лучших парней, кто занимается боксом вообще в мире. И вот как он мне сказал совсем недавно, он узнал отчет по продаже своего альбома, и оказалось, что в Европе его почему-то слушают значительно больше, чем в России. Как мне кажется, надо пора исправить уже эту ситуацию. Ребята, привет, во-первых. Привет! Давайте сначала поздравимся очень тихо, да, как было сейчас. А сейчас на счет три поздравимся очень громко. Ребята, вас стало больше. Меня зовут Тарас Станин. И знаете, я выходил на сцену ранее и спрашивал, кто умеет свистеть, и все свистели. Кто умеет свистеть? Нет. Непонятно, что тогда. Кто умеет визжать? Ребята, круто. Ребята, чтобы, мужики, чтобы не отставать, давайте сейчас просто скажем очень громко. Раз, два, три. Пока диджей у нас настраивается, ребята, все вместе делаем все, что умею. Раз, два, три. Отлично. И теперь это немного битбокса, и мы запускаем песню, правильно? В общем, ребята, смотрите. Если начинает играть, можно сейчас поднять руки вверх. Да ладно, все поднимаем, а? Что, у кого подмышки воняют, те не поднимаете. У кого нормально все с дезодорантом, можно поднять руки. И сейчас появится ритм, можно мне ухлопать будет. А песню можно прибавить чуть-чуть. Выше, выше, выше. История такая. Позавчера мне пришли отчет о продаже моего альбома. И в основном там Европа и Америка. Я не понял почему. Меня это, знаете, конечно, я уже порадовался. Но Россия была на 4-м месте на прослушивании. Я сейчас нахожусь в России, в столице. России в Москве, и поэтому я думаю, что мы все-таки не воняем под мышкой и можем поднять руки. All I want is freedom, but for me it's love. And day after day, I keep going my way. Will I see the rain? Will I feel the rain again? If you just want me to stay, I just want to say, I want freedom now, I don't need nothing more. Did the ваши руки, я не понимаю никогда. I want freedom now, I don't need nothing more. My preachers tell me where I go. Вы же мои любимые! Ребята, с вас будут праздновать, давайте поднимем руки выше. Пока вам, ребята, как надо веселиться от вас. Надеюсь, я прошу стоять. And then my life will never be the same, never be the same, never be the same. I'm playing out of game. Привет, ребята, меня там слышно, давайте там покричим. Это очень тихо, очень слабо и очень стыдно должно быть с вами. Еще раз, раз, два, три. А так слышно, нормально, ребята. Все, кто напротив левого экрана, вам хорошо? It's like I'm playing a game. It turns out it makes me stay. Ребят, давайте пойдем еще раз выше. Все. I'm freedom now, I don't need nothing more. My preachers tell me where I go. I'm freedom now, I don't need nothing more. My preachers tell me where I go. And then my life will never be the same, never be the same. Стоп. 3, 2, 1.
nothing more but preachers everywhere I go. Вот здесь лучше слышно, вот здесь колонки, вот почему я так плохо буду. К сожалению, нет. Ну и хорошо, знаешь, я уже устал немного, хочу домой поспать. Ребята, у вас полная энергия.